Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Егора, и сегодня у нас коллекционер героев. Попробуем заролить. Посмотрим, как оно падает. Уже поздний, в принципе, вечер. До этого падало не очень, честно говоря. Посмотрим, как оно сейчас пойдет. Думал, я больше ролить сегодня не буду, но еще его заролим. Негапончик находится в гильдии регион 22 РУС. Кидайте заявочки, вступайте, битва гильдии пропуск, кик. Качаем часовых, пока четверг, воскресенье, босс 5, 18.30 по МСК. Вот так вот. Окей, смена у него тут стоит. Поехали посмотрим, кого ему не хватает. Фрэнки Рогатка, Махатма Свалинг Асура, Землеройка. Ой, да тут дофигища героев. Аккаунт недонатный, судя по всему, да. Отлично. Ну что, поехали. Не будем тянуть время. Это ли не делать долгие роллинги. Мы сейчас будем просто полчаса искать его алтарь. Так, окей. Тун-тун-тун-тун-тун. Ведьма Командора. Это оно. Видимо, он тоже забирал тикет, когда давали. Ну что, поздравляю, Командорка. Это очень неплохо для подземочек. То, что надо. Рыцарь. Ведьма, вот что-то я не удивляюсь, блин, ну нереально, просто какой-то тупизм на этих роллингах сегодня, не знаю, паладин, вот падает такая вот всякая фигня. Просто жесть, ребят. Душек. Опять РТшка, третья РТшка, нафига ему три РТшки? Вот объясните мне. Хоть студеные падают. 7.15. Жесть. Трифит, отлично. Отличненько. Это радует. Четвертый РТшка. Это просто... Просто аут. Варлок призрачный. Ну блин, что это за герои падают? Стрелок. Нафига стрелок сейчас? Вот, Бугич это хорошо. Бугич это классно, но у него он есть. Так, кстати, Парящий остров, ну вот хоть он забирает 11, 12, 3 штуки, ребят, 3 штучки, Купидон, 2, 1, 9к, наконец-то, блин, хоть на этом аккаунте мы собрали этих долбанных студеных за, тоже почти за 40к, малышник. Бог грома. Короче, нафиг эти роллинги. Жестко, жестко, жестко. Короче, жесть. Даже no comments. Смотришь, блин, ну вы выбили, ну, одна командора и этот, и трифит. Просто аут. А не коллекционер сегодня какой-то. Ну, хоть слизней собрали, хоть топовую эмблемку получит. Ну, как топовую, относительно топовую. Короче, такое вот. Пишите комменты, что вы думаете, хотя что тут думать. Это пипец, короче. Это полный пипец, кстати, интересно посмотреть. Кто-то с топового уже выбил или нет. Зефирка есть или нет? Есть. Ну, хоть зверский уже выбил. Инкогнито. Нету. Да, печаль.
И здесь нет. Ну, это рандомчик. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Эти роллинги меня уже сегодня запарили, блин, ни хрена толкового не падает. Всем удачи, всем пока.